А? Там еще фонит. А, он не работает, да? Нет, давайте так тогда. Народу немного, я думаю, все услышат без микрофона. Добрый день всем. Ввиду того, что поступило очень много жалоб, в то же самое время поступили определенные предложения. У всех этих предложений и жалоб тематика одна и та же, что есть транспортные компании, которые осуществляют сегодня перевозку жителей из ближайших населенных пунктов и районов муниципии Белс, и есть определенные проблемы, связанные с тем, что перевозчики, которые из соседних районов, должны попасть на автовокзал. Чтобы попасть на автовокзал, они должны ехать по объездной. Есть какие-то проблемы с Антой. Есть проблема с Приморьей, которая запретила заезжать в город и ехать только по объездной. Вот для этого мы сегодня с вами встретились, что я хочу выслушать ваше предложение, кое-какое уже есть у меня, но исходя из того, что я успел изучить, там, исходя из подготовленной и представленной мне информации, кое-какая идея пришла мне, но давайте обо всем по порядку. Потому что если проблема есть, давайте ее решать. Сразу хочу отметить, что мы согласны сегодня на любые нормальные компромиссы. Но мы точно не согласны с тем, что все ближайшие районы поедут по улице Штефан Чалмари через весь город с остановкой каждые там 100 метров, высадили пассажиров, по дороге взяли других и так далее. Если есть конструктивное предложение, давайте решать. Единственное, что... Чему я был удивлен, прочитав, мне там попали определенные материалы, копии определенных обращений, из которых как бы написано, что по улице Штефан Чалмари раньше можно было возле банка Деэкономии, возле воинской части повернуть направо на улицу 31 августа, через 31 августа выйти на улицу Йорга. Я прочитал в одной из жалоб, вижу, что как бы этого нет. То есть, что это запрещено. Как это разработали и почему, мне объяснили, что это было связано с условием там, того, что чрезвычайное положение, коронавирус и так далее. Ну, я все, конечно, понимаю, но под видом борьбы с коронавирусом точно я был против с первого дня, когда, например, говорили о том, что транспорт должен ездить только утром и вечером в определенные часы и так далее. Чем больше транспорта на линии, тем меньше скопление людей, и это абсолютно как бы логично. Поэтому я не понимаю, почему это произошло, потому что, исходя из того, что я вот прочитал распоряжение нашего коллеги Григоришина, его просто сегодня нет, значит распоряжение от 13 марта этого года, где часть ограничений уже как бы давно нужно было снять, как минимум то, что связано с 31 августа. Давайте, у нас нет сегодня какой-то запланированной повестки, поэтому те представители транспортной компании, кому есть что сказать или предложить, пожалуйста. Да, спал. Он меня с меня заговорил, его своего президента. Вам не нужно распознать, президент ассоциация подпринала транспортного автонор. Мемо ассоциация с айфактором тут будет не был, скажем, у нас есть новый транспорт. Но если у нас уже для вас не делили, у нас поддержит, а не транспорт. Если я думаю, он был интродуктивно для вас, когда спус практики, то ты кое это спус. Нам просто не изменить по диспозиции номеру вправе. Там интернет Девичного класса, дирекция Флорецкой, Бурной армии воли, с Тунбаркеза, Шелебаркеза, Рикопата, респективно, Лаурашу, Скарной, Ночемский, Панчармарик и Зашумал. Он своей миссии прима диспозиции и интересующей циркуляции, и он без стресса мучит в дом. Идея у вас лабаз, ну и ему, как и вам, сейчас там дома Панчуку и Митов. Идея у вас, как раз, интернет-цавская ситуация, ситуации в Мерин, ситуации в Лодчик, Мураш, ничего проблемы, с тем, кто
культуры, Рафа, Сент-Пен, Гатор, Паса. Да, для экземпу, на месяц культуры был Сарауше. У нас он и не прямо на диспозиции. Циркулал до Бурбуза под нас там. Культуры был Сарауце. Астас культуры был Сарауце, Гуниты, Пентроскемы, Культуры. Циркулы для Мшапты. Это Кари и Божи Каванаса. Ничего проблем, мы Сент-Пен, Гатор, Паса. În timpul domnului Cernieter, aveți primară care a primit lui, am convenit la o cedat, nu îi spun. O cedat? Și aveți în vedere, dumneavoastră? O cedat, nu permis să intrăm în oraș din partea Călești, cum a 30 în august, 30 în august, cu la Iorga, să vin la autogar. Așa. Păi, cu nemulțumirea locuitorilor, satelor, toți noi zicem niște locuitori a satelor, care sunt slujbași în oraș, care și locuitori chiar au oraș, au o casă și în sat. И сварки не могут заметить раунд. А тогда то на уровне рубин все бесчисленно. Так как ты диспозиция, а как все вместе и третьи марки, я же марки с комфортом, то это цены свободы. Перспективно я вам просто не выяснил прим. Мы не можем нам фрукт вся лабораторная necesar, как мы перейдем к объекту, что резистент, мы просто не выяснил прим. Он говорит транспорт и лечит, который аузит сейчас в царь, что вордешки в момент застрял. Да. Adică pe asta să vedeți că autoritățile municipiului vă să facilitați și transportul ilicit. Noi nu înțelegem. De ce aveți în vedere dumneavoastră au... Da. Adică dacă noi ne-am oprit în locul nostru, au apărut niște transporte, lumea, trebuie ceva să ne deplasăm. Așa. Au apărut niște taxiuri, niște transporte ilicit. Adică iarăși un moment care cu nimic autoritățile municipiului vă să nu îmbunătățesc situația în sfera ta. Deci, dumneavoastră foarte corect ca să remarcați la început în cuvântul productiv. Dacă autoritățile ați fi în poziția asta, nu suntem... Bun, haideți să concretizăm. Dumneavoastră vă referiți la ce am citit în dispoziție, că, adică că nu se permite de Ștefan cel Mare de mărți pe strada 31 august, asta? Da, asta am citit eu, așa. Adică dacă se scoate problema asta ca să puteți merge pe 31 august, problema e scoasă, așa? Într-o măsură care să zicem că-i scoate. Bun, care sunt solicitările, care sunt dorințele dumneavoastră, oamenilor, ca eu să înțeleg, până la urmă? Ca să vă închipuiți dumneavoastră, așa, omul din satul Răuțău. Așa. Eu, ca să duc la Răuțău din centru, în municipiu, trebuie să duc la autogară, conform dispoziției. Da. Pentru că eu de 3 lei sau 2 lei până la autogară, pierde 20 minute, pe urmă sui în autobuzul nostru, noi îl ducem prin prejur, adică el pierde iar timp și adăugător surs financiare, adică să ajungă la Răuțău. Deci oamenii au nevoie, nu noi, transportători, dar oamenii au nevoie să debarci și să îmbarci undeva direcția Călești. Tot asta e problemă cu direcția Rășcani. Nu credeți, mai este problemă cu direcția Rășcani. Așa. Tot asta e problemă cu direcția Jodiei. Adică, tradițional, lucrurile sunt circulate. Tradițional, oamenii sunt studenți de la bani, oamenii s-au angajat la întreprindere, dar nu le convine. Corect. Dar este altă problemă, care eu cu dumneavoastră v-am discutat, da, atunci noaptea? Nu cu dumneavoastră. A, cu dumneavoastră, da? Nu, pur și simplu, domnul e mască și... Da. Deci, fiți atent. Astăzi, dacă s-o luăm după strategia care spuneți dumneavoastră, apastăți vor să ajungă undeva în centrul orașului. Și asta, într-adevăr, așa și este. Dar astăzi, dacă spornesc în centrul orașului tăți, a planul o să fie автомарафон de dimineață până seară. Adică să fie un blocaj, un blocaj total a traficului rutier. Prima. A doua. Eu, prima inițiativă care am avut în 2014, și ține de saturile de alături, cum a fi Corlateni, Răuțel și multe altele, le-am spus flăcăilor din pe atunci Consiliul Raional Fălești. Băi, haideți să ne aiurim. Satele astea, de fapt, sunt în municipiul Bălți. Și haideți să ridicăm întrebarea. Noi ce ține de Consiliul Municipal Bălți, o hotărâm noi, dar trebuie să fie și decizia Consiliului Local din sat, după asta decizia Consiliului Raional. Vorbesc despre faptul că aceste sate se devie parte a Municipiului Bălți. Adică ca, ca așa cum este azi, edeam nu mai merge deja. Eu doar înțeleg perfect că 70%, dacă nu 90%, din toți locuitorii din aceste sate sunt oameni care lucrează în Bălți, învață, adică plus avem locuri unde deja nu există nici o frontieră. Adică deci este o delimitare, o frontieră, să-i spunem, juridică, dar
Реалкин, еш лафаца локului, nici nu înțeles de unii bălți și unii sat, înțelegeți? Chestia asta a fost pe atunci respinsă de Consiliul Raional Fălești, am discutat-o și la întâlniri cu prim-ministru, până la urmă asta oamenii trebuie să decidă. Cu oamenii, dacă nu sunt interesați, noi pe nimeni nu-i punem. Cu Răuțel trebuie de găsit o formulă, dar în același timp, dacă o să fie așa cum a fost când față la Constantin și Leana și mini-autovaxal imeni Petra Velikova, tot nu merge, înțelegeți? Că haideți să vorbim serios, că chestiile astea erau. Eu ne s-o trimis mai multe poze, mai multe video. Deci noi dacă mergem la întâmpinare cu 31 august, asta nu înseamnă că haideți prin drum să facem prin niște străduți de alături să creăm gare auto ilegale. Și ține de transportul care vine dinspre Rășcani. El cum merge? El merge tot așa, intră și merge. Nu, Rășcaniu tam încă e mai ușor, e că cu Răuțelul e mai complicat. Adică fără 31 august, cum să ieși tu din Răuțel, să ieși, să mergi pe Abiznaia ca să ajungi la gara auto. Adică nu e nicio logică. Și ce ține de alături? Satele cum ar fi din direcția asta, cum ar fi Hiliuț, da? Dumneavoastră ați spus. Spuneți, vă rog, din numerele la sate, de care, așa, Răuțel, Marandien, Hiliuț. Pârlița? În afară de, în afară de ieșire, cred că spre Rășcani, nu? Natalica, Popovca, să nu băl și mă, tot așa, asta e situația, nu are instituția, nu poate. Tot așa vine vorba de sap, Sluzovca, Răuna Vlădine. Adică s-a putut din noi spagă, Boțul, iar iese la Ștefan cea mare, 31 august. Noi am pregătit câteva scheme și la arătăm dumneavoastră dacă se... Da, da, arătați-le. Adică este existent. Văzmi-vă. Cu roșii, cu roșii notate existent care merge pe autograme, și cu albastru propunerea da, care este direcția de dată. Asta e copie, da? Deci tot așa ești, ori ești diferit? Nu, ești diferit. Roșu e centura, albastru e de... În Constantin și era... А? Не-не, сейчас, сейчас понять просто предложение сначала всех, потом сейчас, конечно... Да. Așa? Nu o să mai fie nașă, ne nașă, primul rând. Între doilea vă informez. Deci, după ce a fost semnat contractul, prin care să procurăm unele noi unități de transport, vorbesc de troleibus care merg pe, inclusiv pe acumulatoare, da? Deci a fost un grant de un milion de euro din partea Guvernului Suediei. Din acest milion, o parte de bani, deja au avut loc și licitațiile, este un program și ține de modernizarea transportului din municipiul Băs. Nu modernizarea transportului, dar modernizarea infrastructurii de transport. Deci are în vedere că dumnealor merge vorba de niște, deci companiile care au câștigat acest tender, sunt niște companii din Germania, sunt un grup de 5 sau 6 companii, dacă nu greșesc. Ei o să iasă cu un proiect prin care se va spune clar deci trebuie astăzi de făcut în transportul din interiorul orașului, din exteriorul, nu o să mai fie așa cum a fost. Aha, cu mătru Vasiu mai cumpărat 3 marșoci și vrea pe ruta nu știu care. Ori unul să le scoate și zvie altul în locul lui. Când o să fie prezentată această schemă, ei promit că o să fie foarte clar demonstrat că este nevoie atâtea taxiuri, taxiurile astea unii trebuie să tăie, unii trebuie scoase semafoarele, unii trebuie de le-a, de le-a modifica. То есть, где там в ночное время должен быть моргающий, где это нельзя сделать. Сколько маршруток должно быть на том или ином маршруте в утреннее время, в дневное, в вечернее. Сколько автобусов должно быть больших, сколько маленьких. То есть, включая
парковки и такси, то есть они должны нам дать всю эту схему. Мне очень интересно, чем это все закончится, потому что такого проекта у нас в стране еще реализовано не было. И они, я почитал их опыт, работали в разных европейских странах, то есть у них очень много реализованных таких проектов. Когда будет готова вся эта будут готовы их предложения, мы тогда публично соберем абсолютно всех. Тех перевозчиков, которые осуществляли перевозки все эти годы в муниципе Белс. То есть зайти сможет абсолютно любой. То есть, поэтому вот наш, не наш и так далее, это работать не будет. Мы будем смотреть исключительно на какой транспорт экономические агенты имеют там собственности, аренды, там, в аренде и так далее. То есть для меня важно, чтобы люди получали качественные услуги касаемо перевозки. Потому что, например, вот был у нас проблемный маршрут до сих пор, это 7-й в городе, да, где мне писало очень много людей в Фейсбуке. Кшиема, Тубусы, Шкуматра, Тамара, я не помню кто. Тец Ляунумак, Полноурм, ну, сожжен с ней шло в финал. Полноурм и тот фалештян, суду с улатнешними микробусы, Динану, доме и дольшки, доме и трешки, так мы говорим сейчас, да? Даже ну, я ругаться, фак. Аз так, я рад, дом не ферешти, здесь лумя дела, болцу, но, пор симплу, инфикарит, зы, бати аларма. Де аста, дак, и думня вастры, кум вас партичпат, пивитор, на часто инфраструктуры, ще и сцени, ше и дин интерьор урашлы, ше интерурбаны, но и вон со сцени. Dacă astăzi cineva îmi spunea că au fost niște solicitări din partea Lanuș, care e agent economic, de a crea un fel de stație auto la intrare în Bălți. Deci unii s-ar opri transportul care vine din raioane, că chiar să-i duci pe Tesla la autovoxal, mai ales că autovoxalul din tăi l-a luat Șorșa, l-a luat Sfântul Duh și până la urmă s-a mai schimbat acolo vă doi proprietari. Până la urmă acolo băieți flăcăie mai mult vor un centru comercial decât gara auto. Din ce și eu am înțeles. Și noi, apropo, их надо будет найти, пригласить, потому что из-за коронавируса. Есть представители в Казахстан? А? А? Вы представляете владельцев, да? Значит, давайте встречаться, собираться. То есть мы же говорили, что вы представите какой-то проект, чтобы мы убедились в том, что там будет автовокзал. Я не против, чтобы там даже был мол 50 тысяч квадратных метров. Но чтобы это ни в коем случае не повлияло на то, что людям негде будет стоять, и одни будут вынуждены стоять где-то при въезде в город на Штефан-Чалмари, вторые еще где-то и так далее. То есть я готов в ближайшие дни, в любое время передайте. Я говорил как-то с одним, по-моему, даже из ваших акционеров, был разговор, что мы можем в Кишиневе сесть, переговорить, сюда приехать. Дайте проект, чтобы начать двигаться. И самое главное, его нужно показать жителям города. Его надо показать жителям города, транспортникам. Может быть, кто-то внесет какие-то свои предложения. И тогда у вас не будет никаких проблем. Потому что по-другому постоянно могут прийти транспортники, могут прийти жители города. Ну и потом попадем в какую-то историю. Мне не важно, что будет сверху. Мне важно все, что связано с автовокзалом. Чтобы я вышел к людям бельцам и сказал, вот, что предлагает инвестор? Ну и, соответственно, что то, что вы предложите на экране или на картинке, чтобы это стало реальностью. Если вы готовы, я сейчас обращаюсь ко всем экономическим агентам, может быть, кто-то смотрит нас в прямом эфире, мы готовы сегодня организовать несколько таких площадок при въезде в город, потому что это очень положительно. Я видел положительные результаты такого проекта в Москве, когда при въезде в город все, люди оставляли свои машины, потом начинали пользоваться общественным транспортом, и это реально серьезно повлияло на трафик. Поэтому я готов выслушать любое предложение, которое улучшит нашу ситуацию. И этим немцам, когда они сейчас начнут работать, надо им четко будет сказать, что именно отдельно они выделили в какую-то группу, вот весь транспорт, который приходит с районов, и пусть тоже дадут предложение. Потому что автовокзал, я так понимаю, он все равно не может выдержать все маршрутки. Или может он выдержать? А? То есть площадь, которая есть... Все вот так. Если мы начнем пробивать маленькие вокзалы по периметру города, мы начнем проблемы, опять же, нелегальных перевозок.
Там есть скопление людей, появляются таксисты, появляются люди, которые видят, она, вот есть 5-6 человек, а я их сегодня отвезу в те же штаны, те же Гвардианы, и каждый день начинается эта работа. Потому что на данный момент, я отвечаю за вокзал Гвардиана, ситуация в Гвардианах вот привела к тому, что появились таксисты, которые стоят 100 метров от вокзала, забирают людей, спускаются к автовокзалу, кричат прямо с машины. И нету на берете, кто со мной, люди выходят с машин, садятся к ним и уезжают. Автовокзал готов принять, я думаю, после Казуцы еще больше места будет. Да. У нас проблема другая сегодня, понимаю, у нас есть сегодня проблема в стране с тарифом. У нас есть проблемы с налогом. Сегодня никто в нашей стране в белую полностью работать не может. Потому что если завтра мы поставим на любой маршрут, поставим государственный транспорт, и все будет пробиваться по чеку, то этот транспортный маршрут будет в глубоком-глубоком минусе. Поэтому сегодня нет никаких расчетов реальных, нет сегодня каких-то цифр, которые бы на самом деле покрывали те расходы, которые реально есть, понимаете? Поэтому тут нужно будет думать, понимаете, где касаемо перевозок в муниципиях, это должен быть один налог, касаемо национальных, абсолютно другой. Сегодня, пока не разработаем какую-то четкую концепцию, чтобы не происходило вот того, что вы говорите, что там частники, кстати, сегодня люди, к сожалению, из-за того, что нет четкой схемы и четкой концепции, вынуждены химичить. Люди приходят ко мне вот так же с Фалежского района, вот откуда ряд перевозчиков. Они говорят, послушайте, ну вы понимаете, когда берем те же кафе, и неважно, они на автовокзале или в центре села, когда одни и те же налоги у кафе, условно, в селе там Бокша, в муниципе Белс и в Кишиневе, понимаете, потому что абсолютно везде, в одном... Условно, в деревне там один лей накрутка на бутылке воды, в Бельцах она там 2 лея, в Кишиневе 10, а все платят одинаково. Поэтому, к сожалению, это все. Окей, значит, я жду вас по автовокзалу. По 31 августа требуется экспо репрезентации полиции, честь цене даст, а дикадак нонин туарщим ла... с репорним травку, а дикадись депштефан челмари, меджи ворбала дряпта. 31 август. 31 август. Домну Примашки и Павлю Боцу, Павлю Боцу. Это где? Это терминал. Мимо терминала. Покажи. Здесь садовые планы, здесь терминал. Так. Здесь выходит возле налоговой. Да. Выходит, здесь на Штефан Чалмар, где-то спиралось. Так. Но здесь у нас переезд. Так. И они предлагают, чтобы мы пустили по себе транспорт туда и обратно. Это какой транспорт идет? Это со стороны Гвардианского круга. Угу. Есть пчесать имеет же ворба? Пчесовка, ворба. Бунс, пунецем ворог. Здесь дак лом туати сати лестям приуна, да? Ади как асентри перу такари пропунец думиостр. Пискема кари пропунец думиостр. О каком количестве единиц транспорта идет речь, чтобы я для себя понял? Всего. Ну, и клар. А стоял там три. Хорошо. Сколько маршруток вот обслуживают вот эти все села? Noi nu vorbim de ambuteași, vreau să înțeleg pentru început câte unii, da, numărul autobusurilor, câte, câți, 40 de rutiere pe zi, 30. Direcția Glodien, două. Bine, dar noi nu putem să interzici la unul. Nu putem la cineva să le permitem, la cineva să nu le permitem. Așa merge, de exemplu, șoruta, și fonduri vechi, și... Pe Ștefan cel Mare tot așa, merg și Bucureștiu, și Iașu, și Ungheniu, și... Domnule, eu am lista care mergeau prin centru. Nu, stați o leac, a pe noi... Dispeceratul central. Domnule, îmi spuneți, vă rog, dumneavoastră timpul, de acum tot în februarie, la domnul Grigorișin, și-am prezentat unitățile transport, fapt care merg prin municipiul Bălți,
Dumneavoastră a dus în Euroale și a spus, este pe transportul rutelor noastre, este transportul altor trans, care are mai mult de 400 de unități, care circulă prin centrul orașului. Stăționează la Banca de Economie. De ce duceți în Euroale? Este reprezentant la Tur Trans Nord. El activează în regim de taxi. Nu regulare, niciodată nu pretinse circulă pe rutele centrale. Vă dată informații special acum, care vreau dimineața, că unități de transport liber tot circulă prin municipiu. Prin centru. Bun. Și так вот это количество, 70-100, вы можете мне назвать, откуда оно берется? Я прочитала утром, мы проверяли весь транспорт города. Дело в том, что получалось, что на центральной остановке практически невозможно уже останавливаться в этом муниципальном транспорте. Извините, но у меня к вам вопрос. Да, у нас столько техники, нет, сколько вы говорите. Я не сказал, сколько. У меня столько единиц нет. Я же говорю, что у вас, я думаю, в общей сложности. Подождите. Мы сначала... Рашкану единицы направления, Гладяны, Фарешты. Только вот Фарешты, Кишнева не проходят прямым путем. Вы можете нам говорить, какие есть таких агентов, они пересекают центр города? Они все идут, дайте мне сказать, они все идут по остановкам, при том нашим общественным... Я не делю наш, ваш, по общественным остановкам. И начинается... У нас так же самые даже жители места тоже желают. От калитки до работы, от работы до калитки. Вы понимаете, что вы статистику точно вы не знаете. Я знаю, сколько у меня единиц на ферме, и сколько вот у коллег. А я в данном случае говорю, что число коллег нелегально, понимаете? Я с вами говорю, если не заведен, и мне посылят репрезентант Мабаро Фрумоз, ну, персонал Роуми. Свидетельство, что для меня Тафыры, Каспарин, Гимназия, Папа, для вас, все. Свидетельство, спать, для меня Замураш. Де уни это транспорт? Не плачь, когда ты тебе приглашался жумать, у меня приятно, я из школы Оли Нор, но ты не вы, не честно, раз в тихо, за ночью ты жумать ну, бон, стой его секунду, антреба реалта мантересеза. Дисинформация по рядущей злой и абсурд. Стой, Стас Барок, Вань, объясни мне одну вещь. Какие сегодня о каком транспорте идет речь? Вот говорят, что на центральной остановке невозможно ни остановиться, ни отъехать. Сейчас нет. Вы говорите про предыдущий период. Да, когда мы... Хорошо, но мы сейчас говорим о другом. Мы же не говорим сегодня, как всем поехать по улице Штефан Чалмари через центр города. Заехать с банка в центр, там мы стоим минут 5-7 минут, стоим в пробке, потому что там одна полоса, и на 31-й, и в центр. Если становится 2-3 автобуса, троллейбус, еще 20-30 машин, мы стоим у налоговой. И мы опаздываем по графику. Если еще пустить пригород. Он и так сейчас едет полулегально. Они же знаки стоят, они так же ездят сейчас. Я напали транспорт регула и коллектор. Чите ли транспорт у меня вас про вас на вкус интеллекции? Но это транспорт интеррайонал. Где транспорт до Аностру, который дучим Калатори? А с моей селекционатом фел бит не би транспорт? Домна Тортуряна. Ищи, машина автор, который дучим Марфа, и пацан мяга ночи ма, очтим, ари вообще сокола магазина дни пчел, но ари меди принчен. Очень детали транспорт меди принчен. Но не вот рефлекционат. Энтрая на автобус, но рефлекционат, энтрая на машине лимар, мали тонаж. Лапай на боссу. Машины не мать, дом из них не впуск и если у вас и мать, и мягцы, слово красненькие. Машины не мать, то нам жинка. Это что было? А мы пьяты помнила. Ну, к конвокрязы... Два машины ли, как у колотов. Это за тебе. Вот, все. Кто-то знак запрещает. Еще у нас как запрещает? Ну, я боюсь, есть сам. Еще есть синдиками. Мало попусы на плацин, да? Фил, дети, транспорт, а кто он в тос? Ластынка, noi, chestiunea dată, am examinat-o în comisie pentru securitatea traficului rutier. Am fost împreună cu reprezentanții de la poliție, reprezentanții primăriei. Noi nu avem alte căi de acces pentru transportul de mare tonaj. La comisie,
s-o primit, s-o luat decizia de a permite. Cum dumneavoastră doriți ca mașina care duce la terminal de capacitate mare, cum să meargă? Prin tot orașul, prin centru, să ducă la terminal? Dacă se poate, domnul Budărețchi, să expui... Stai, eu încă o dată... А каком в смысле? Куда они не могут попасть? Не могут попасть в Флоресварлы, терминал, где расположена налоговая. Вот сейчас, вот в том регионе. Машина занимает тоннаж, а учитель. Проходите трассе, вот я напишу, пискали пиратку, мы с пропуском. Один умнейшим шапом. Пискали пиратку, ты лэнг... Посядка, где я Noi ne întoarcem la întrebare, dată încă o examinăm în comisie. Asta nu că... Еще раз. Значит, моя позиция следующая. Все населенные пункты, ближайшие населенные пункты, которые сегодня находятся на небольшом расстоянии от муниципи Белс, и неважно это. То есть Синджирею это, например, не надо, потому что у них въезд как бы в сторону автовокзала, улица Йорга и так далее. То есть у нас проблемные районы. Это Фалерский, Гладянский и Рыжканский. Значит, Фалерский, Гладянский и Рыжканский. Если идти, значит, я хочу, просто мне никто не ответил, вот из этих трех районов, сколько единиц транспорта ежедневно приезжает в муниципи Белс? Этот ответ я не услышал ни от кого. У меня вопрос, а почему Рыжканский район проблема? Рыжканский заезжает, но объездной заехал в Рыжканский. Рыжканский вам соуклин был, например. Это кулинары не боится. Пиарка больницы не боится. И багажи, Послушайте, если когда я говорил о площадках там при въезде в город, я не знаю, или еще раз. Контракт будет подписан с этими немецкими, с группой немецких компаний в ближайшие дни. Этот вопрос я вам обещаю поставить в приоритет и понять, как они видят. Может быть, условно, эти населенные пункты, о которых вы говорите, логично, чтобы они доезжали там до первой троллейбусной остановки. То есть, неважно, если с Рыжкан это... то есть, тут должны высказаться, они должны высказаться, транспортники, я имею в виду... Касаемо безопасности движения и так далее. Должно быть какое-то комплексное решение. Вы поймите одну вещь. Я против колхоза, который приведет ситуацию в городе к тому, какому-то сумасшедшему неконтролируемому трафику. Если сегодня эти населенные пункты, которые обсуждаются, мы решаем вопрос частично или почти полностью за счет того, что поедете через 31 августа и вот через Гладянский круг по бетонке, вот через переезд, да, то, что вы говорите. Значит, давайте мы это сделаем и не будем ждать, пока там кто-то выйдет с какой-то финальной концепции. Но опять же, хочется услышать, что скажут представители полиции. Кум-кум куда-то? Бун, аста кяр, хадецкий день рауцел, день глудень, айди дат батайуля, как аса джунч ла черку и стадь лабам, дай ла рышканя стай дирекция, лор у нину мафак, стынга шинтр. Бун, диспекари сад врубин. Уйтаться, к корлатеню, нутрес и мярга ла Гар ауто, каста идиотизм, я с абсолютно декорд. Кум дин корлатен? Корлатен и сад, у ней пост пидет, сын дремблс, мэр, рэп, дедик, дичей, сын, иди корлатен, да. Видец, как его испунец Рыжкань, район Рыжкань, это понятие растяжимое, понимаете? Если мы говорим про одно-два села, корлатен шпилене, аста и уна, да, так, ну и ворбим диспетет район Рыжкань, они должны ехать на автовокзал, потому что если с корлатен до БАМа,
в 5 раз меньше расстояния, чем ехать по объездной на автовокзал. Это то же самое, как пустить поезд Кишинев-Москва через Владивосток. Ну, поэтому здесь мы поддержим. Тарбаспун хадис дискутем фикари сат индивидуал. Конспунис рышкань, ну межи. Конспунис унса дова есть, кари, ну не шулочек, если три места гора, а то смерк. Шиплос, так и дискутем. Войдур кунаш, здесь проблема, кари, увеск по транспортатуре, димучипил босс. И для меня, и для жителей города сегодня все равны. Ну, кон сенсепе мошка, эти забирают у нас пассажиров. Сенсепе тримить по закиаковой тацвой, ну, нума, у преску бары у меня еще забирают там человек 5 и так далее. Вас пунем куда-то. Юрога стаснусен темплю. Ну, ва акузы не миг. Ю вас пусем куда-то. Хади сакума. Ю пропун квой уркум. Лас вршит очесть шединц. Рамнец тец. Рамнец кудомный мрон. Уаря хади саму сли скрим. Сатили кудинумир конкрет. Я к району рушка. Ну, и скрим корлатеншин кокариса. Карлатян и пелени. Мне это уже дроки. Окей. Карлатян и пелени. Нет, слушай, то, что здесь большая часть людей, она работает в Бельцах, и они ездят на работу, мы это увидели по тем же врачам и так далее. Карлатян и пелени. Так, Гладянский район. Скрозовка и Абрамовка. Тогда уже нужно и контур писать, потому что там же вероятность. Давайте как-то уже, если берем вокруг, давайте... Есть направление, что имеет по городу, у нас авторизация, график по городу. Вот а что согласовывать? С нами никто не согласовывал авторизацию, которую им дали. Я не знаю, как они согласовывали. Хорошо, а вам эти авторизации, когда в Кишиневе согласовывали, нас даже не спрашивают в городе? Нас анцелес. Антрибари мержи дел чего? Конечно, Лакишинов до Кашезди диштепс. Но и нас не уйдем на авторизацию лорки, мул позди чи до Лакишинов. И так я то, ну и кум фачем. А еще откуда у меня вас уже здесь ГСМО Солути. Да и так новость не дает задание и не буду согласовывать это с бельцами, эти маршруты. А дико чей сын Дентрария Мураш. Авторизация после либерации на ниде, да, в новом Игойске, да, стала все интересно. Авторизация после либерации пыналась. Анчан. Ascultați, asta nu mă la noi, Republica Moldova, cu ați circule transportul, cu autorizație liberă din 2008. Nu, respecte, dacă dar vreau cine a rămas, adică o să fost... N-ați înțeles ce am în vedere. În 2008, половина населения Молдавии пользовалась кнопочными телефонами. Сегодня 2020 год, с кем? Хадис к ной. Энцелегио, когда кум куметру 17 авторизации малес лопатру демняться до порыбалки, что ее кум 17 или таребени. И что ее лафац практик 500 саванцы. Авторизация интернациональная. Куфикари, ан, я тоже сын репрезентанции полиции, с кем бы кантитатя автомобилилор, мая диспар эстя миша, пар марь. То есть это постоянно живой организм, который нельзя подписал в 2008 году, и давай по нему будем работать 100 лет. Воспомни куда? Ну и акума... Вы спонен куда-то? Я-то уйтаться. Сайт или Динглоден лят снумит? Он куда-то? Какие-то. Стурзовка и Облана. Стурзовка и Облана. И Фондор сказал. Фондор давайте писать сюда. Почему тогда вот это делаем? Или берем в радиусе 10-20 километров все эти села? Полежа, прошу вас. Вы учите, пожалуйста. Можно я скажу, пожалуйста. Можно с чего выиграть? Вы защищаете свои рейсы. Если вы выступаете... Нет, хорошо. А где те, которые... Можно я буду говорить, вы не будете меня перебивать, я перебиваю, пожалуйста. Дуже Яблону, хорошо там ударил. Вы завтра откроете Яблон через переезд, после завтра придут сюда все, Гладянское направление, все. И Гладяне, и Устья придет, и Петруня придет, и все придут сюда и скажут, а мы тоже хотим, почему? Послушайте, нет, так не может быть, я вам объясню почему. Потому что с Гладян, с города Гладян, не ездит 80% на работу, так как жители ближайших сел. Я согласен не разделять. То есть, если есть перевозчик, у которого рейс есть из Фундур, как вы говорите, да, то он тоже должен... Ребят, села. Мы сегодня должны опираться на реальную ситуацию. Реальная ситуация – это села ближайшие, где 80% жителей работают в Бельцах. Работают, учатся и так далее. Поэтому что Рауцел, что
Короче, Фалерское направление не сказали. Фалерское направление. Какие еще? Пырлица. Аша, Пырлица. Марадень. Да. Вот еще раз говорю, Фалешт. Я оттуда родом, но конкретно, если говорить про город, не будут ездить. Рауцел будут ездить, Марандены будут ездить, Пырлица будут ездить. А дикоте сати реаль. Кну вини лумя, димурашу Фалешт, инфикари зелалу. Курдяста, колунишну с дискуты и трес. Аша? Сколько машин вы платите, господин Гусан, из местный сбор? Видите? Сколько там работает, столько и тоже. Ну сколько примерно? 50? 30-35 евро. В общей сложности. Видите, я плачу. Платит местный сбор и нам, и Фалешт. А ну мы улетели, как украли директор Фалешт, мы без... Они работают в режиме такси. Вовсе? И луклязный режим для такси. Понятно, что вы здесь. Так что локал у меня вас. Короче, мы сайт транспорт регистрации, мы идти тут было, так это шпапарок или хатя. Трех спортят спотапси, ты должен сценарий. Где, сколько вы платите? 300 или 250 лей с машины? Сколько совет решил, столько мы и платим. Совет решил 250. Ну вот, за 30, 30 шум юнитет, я платеж. Я платеж 30. Я платеж 30. Компат, что это юнитет? Какие юнитет? Транспорт, ай, не кончится. Сколько машин у вас в лицензии? На фильм. А я могу не отвечать на этот вопрос? Дом Буфя. Репрезентант в агенции национального транспорта. Сколько единиц транспорта ездит, это не секретная информация. На сегодняшний день я тоже не могу сказать, но больше 150. 150 в режиме такси? Маршруток? В лицензии до 200 машин. Не важно, сколько в лицензии. Я знаю, когда в лицензии пишут, до 100 ездит. Но из них... Машину 80, ну, спас, который вообще к городу не имеет отношения. Но все равно они принадлежат городу, сюда регистрацию. Не перебивайте меня. Но вы откуда вы грузите этих людей? Из города? Груз спас где-то штук 80, если так, автобусов штук 30, в режиме такси, ну, не знаю, ну, штук 40, наверное, 50, которые даже в городе не работают практически. Там нахали, что 5 машин. На Белине 3 мелочевки. Ну я хочу 30-35 машин, как я обещал город. Остальные я по районам, там где филиал в Унгенах, если в Унгенах ребята работают. А то вам прибавились, мне тоже глава, где у меня. Попали, часто есть, ну и стационарная машина есть, а с интернет-рационной полиции, есть ауторизация в Пимарине. Коли парка Республіки, да, ми тут. І парка Республіки. Ну і навіть ми. І парка Республіки не стоїть. Вже вас так колос, інсталація, мама, мій дітей дзвічі зберла, і парка Республіки сиє, не хочу не дати транспорт. На вас інсталація мультимульсивні, дак він пробував, і транспорт і перевіки. А його стаціоні заколи. І стаціоні заколи прямо в муніс, майму персоналі заакумулювали з предилекція перешення. Вони зберу, кому не дати транспорт? А я тебя задала автогара, после будь колотора жужжала автогара, в принципе, колотора чела, у меня вас фит, ситуация ложь. Я решила университет, что вас студент. Я уезжала автогара, ну, я мерила лапа, где по маме, у меня есть машина, коря дочи, директ, принц, олег, вместе помог. Я на саляда транспорт, как мило автогар. Я вам интересно, тут пряну. Фирма, Антур Транснор, так тебя залегал, домну Буфтяк. Тебя залегал? Дома, дома, презентант. Значит, не надо призывала, но если на регистратор, да, ну я ну что хоть и межбазе транспорт, то не на регистратор.
Primăria nu e agentul constatator care se verifice dacă e înregistrat, deține licență, deține. Noi avem transportul public municipal. Noi nu avem transportul. Să vedem care transport și ce curs faci și ce documente. Noi nu suntem îndreptățiți ca să facem, adică puternici ca să controlăm documente. Stabilește locuri pentru taxi, pentru îmbarcare, debarcare. Conform articolul 84.5, ce faci? Autorizează locurile de parcare. Eu vă spun. Mașinile, da, de voi uitați, v-am dat pozele, v-am dat numerele. Ei sunt autorizați ca să... Vă dau răspuns la întrebarea cu locuri speciale aranjate pentru taxi. S-a stabilit o listă de 75 sau 76 de locuri pentru parcare, da, care urmează în comun cu Direcția Arhitectură și Construcții și Urbanism din municipiul Bălți. De a stabili, de a ieși la fața locului. Подожди. Объясни мне другую вещь. Маршрутки, которые ездят как такси. У нас кроме Фалеш... И, а сколько у нас ездит? Гладянский район, Рыжканский район. Тоже есть маршрут? Рыжканский район в режиме такси работает. В Пелени, в Сен-Жерели. В режиме такси? Маршрутки? До 8 мест. Так, техпаспорт до 8 мест. И сколько у нас получается тогда ежедневно в городе в режиме такси-транспорта? Реально получается сотни... Ну, где-то 40 единиц. Ну, как 40? Если 30 назвали, только... Комсо отдал мне вот эту информацию. Да да спонин дам Мерседес внеопланер в режиме такси. Какая проблема? Да. Делаем внеопланер, двухэтажный желательно. Так, а потом что такое такое малолевушение? Так, а через какие-то транспорты, что-то новое? Ну, eu nu știu cine s-a asumat taxi rutieri. Unicul. Doamna Tortura, nu să înțelegeți corect. Nu noi eliberăm autorizații pentru... Dumneavoastră le eliberați taxa locală. Dumneavoastră, pe an, de la unități de transport, care sunt, de care nu... Bun, da, da, nu le eliberăm noi permisiunea. Arătați-ne unul care o să... A? Таксил, корректно. Почему? Так, машины теле, так стало, коло. Облигация сплатить такса. Смотри, платить на лапалеж, и папки лапалеж макета. Бон, и ну, Акитыч, ну и ворбим дисплюна, до нас же спуни сделал-то. Я вас спун дисплюфабту, к... Пентру мини его ноутати, короче, ерли сэнд мерка таксиур. Вас спун к... Ланой лакишнал, дак шенева баре в 20 миди евро, либер его васигур шку не опланку до уятажил, понин такси, нацелезется же к... А Шесть Иванович, мне предоставьте всю информацию по именно маршруткам, по всем районам сколько. Потому что речь идет, я так понимаю, о сотнях единиц транспорта, которые заезжают каждый день в город как такси. Вань, подождите, Вань. То есть получается, что у нас ездят сотни маршруток под документом как такси. Как такси. А те, которые маршрутки, ну, по каким-то причинам не смогли себе купить такие же документы, то они как бы, ну, им нельзя ездить, потому что они не... То есть это те же автобусы, просто по-разному называются. Правильно понимаю? Правильно. Шикарно. Хорошо. Так, если резонно проблема с Анжелс, придется к... На каком С терминами. Вань, никто больше так ездить не будет. Мне копии всех документов... Всех? Ну это что такое? Понимаю, но не работники примарии выдают авторизации на это все. Кто выдает им такие авторизации? Анта. Анта выдает? Ворог, по комментарию Демпартия в организации, которую репрезентат здесь, Анта или берет сертификат, или здесь покажу? Адика маршрут или Дивин таксиур, шестьмой мультика, транспорт, публика, мураж? Есть облигация на лицензию на лечение оператора рутинного транспорта. Аша. Вот чем предпринимательство, да, с адресатом, что он никак, джин, дективитати. Такси. Мы не берем авторизацию. Ну, вас по раз, я вам залез. Я уж тил процедура. Интребария мне, кум вы либерация авторизации на автобусы пентру такси, когда же я вам уплачу, я тот позвоспун.
КТС транспортаторі, штет-міністрі Лідіптімпулу, Щепинку, Владимир Николаевич Воронеж, Майкович, він ламін ламоскіо, штів, штів, фарті, бідні, він сам дозвол, Росія дозвол, третя страна, одноразовий дозвол. Я знаю, як по одному дозволу возять 40 раз, понимаете, і так далі. Мені об'ясняти не треба, у мене вопрос, як маршрутки, да, дещо, ну, і дасть таксі, а не оплан. Я кажу, мій кумпор, у нього план кудов, я та же, Реуцел, Белц. Лафалеш. Получается, я тоже буду служить. Он хотел паспорт автобус. Несколько лет тому назад слово микробус изменили. Не стало такого термина. Сделали автотуризм или автобус, или автокар. Значит, вот автотуризм входит 9 мест. Длинный спринтер база, который имеет 9 мест, пишется автотуризм. Мы это придумали. МРЭУ дает техпаспорт только на автотуризм. Анта выдает документы на автотуризм только в режиме такси, хотя есть статья 73, которая они обязаны давать и на указанное, то есть по заказу. Угу. Но не мы придумали микрофобус. Не-не, я понял, но вопрос в том, что такси это сегодня все равно должно быть как-то регламентировано, что условно это... Там 9 мест, 9 мест, 20. Да, они нарушают, они формалистические скамейки ставят, но есть службы, которые должны за это иметь. Не, правильно, то есть я, не, я вас прекрасно понимаю, я об этом же говорю. Я же тоже себе вот заказал сейчас спринтер, который будет категории Б. Я заказал новый спринтер, но я просто там хочу 6 кресел. Ну, больше не надо. И он же, получается, уже будет не пассажирский, то есть, а можно будет ездить, категория Б это до 9, да, мест? Это туризм. А? Это таксидуризм. Да. По техпаспорту его можно в такси. Не метр. До 9 мест. Не, я имею в виду, что в этом тоже было, по-моему, 12 или 16, я не помню. Я имею в виду спринтеры. Нет, уже 12-16, он идет автобус. Правильно. Но если делаешь компоновку, если делаешь компоновку на 6 или на 8 мест. Переоборудование запрещено. Переоборудование запрещено, тем более в 22-м году вот многие перевозчики, которые здесь по регулярным весам, лишатся автобуса, потому что будут снимать реутилазы, те, которые Аргеев пришли. Которые переделаны, да? Будет чистый пассажир. Понятно. А сейчас на данный момент автотуризм 9 сидячих мест. Я вам покажу. Не, хорошо. По 9 мест, которые идут. Вы поймите, меня беспокоит другой вопрос. Не как они называются. Просто из-за того, что это называется такси, получается, что сотни единиц транспорта ездят сегодня через весь город. Да. Которые реально приезжают... На центральную стену. Еще раз. Которые реально приезжают откуда? Вот эти... Фалешты, Пеленея, Синджерей, Владяна. А зачем мы тогда запрещаем каким-то единицам транспорта, если все только по другим названиям ездят через весь город? Тогда мы должны запрещать эти, которые на фабрику, это Драксельмайер. Не-не, при чем тут Драксельмайер? Мы говорим про Фалешты, мы говорим про транспорт из других районов, которые ездят через Штефан Челмайер. Тогда получается, что все таксисты надо запрещать. Его мукретка. Ну, Меджиборбай, таксист дом умер. Меджиборбай, неважно, называется он такси или не такси. Важно, что из-за названия такси они едут через весь город. Я, блядь, я еду в Балевавский парк. Великого автобуса. Разобедить нельзя. У них машине по 16. А? По тех паспорту он туризм. Он режим такси. А в режиме такси он имеет право черту на куличке ехать. Правильно. Я понимаю. То есть это просто на русском языке это называется схема. Вы не понимаете. Мы не говорим про то, что оплачивают они городу или не оплачивают. Мы говорим о том, что под шапкой такси реально сегодня, я так понимаю, ездит, наверное, весь север Молдавии, если не вся страна, да? Чтобы избегать, может, такси ешь куда хочешь, на любую улицу. Нет, это либо для всех, либо для никого. И по Штефан Челмари и так далее, значит, подготовьте мне по всем маршрутам информацию. По всем. Значит, завтра дайте мне информацию, лучше всего до вечера, сколько у нас маршруток, предоставляя услуги такси, ездят сегодня через весь город. И что получится? Получится, что сотни машин ездят из районов через город,
А других 10 маршруток не могут ехать, потому что они не зарегистрировались как такси. То есть, если они завтра зарегистрируются как такси, они тоже едут куда хотят. Так они Хадиться дар ноньому предкулист, а мы с кларивкем диурдженцы. С хотерной кутрит за шунагу, с шаси кармер где лакруг. Да, так у нас почему мы шкали где бакари, возить же. Ведь вам фото, фотография, закан, где бакат умен. И ты даже кода примери, где бакари умен раш. Полиция не сидит. Вече, ты мне сервис, а упрятаться не то, что мерджем, а как схема, а ты за шунагу, с твоей вентата, а вот момент. Adică noi avem drept să îmbarcăm, să îmbarcăm, și noi facem excursii la călător. Luăm călătorul din Pânguța, era cam orașul Dău, să ducem la călător. Da, și asta era... Adică sigur niște una, două, trei puncte... Определите несколько пунктов, потому что человек, который... Вон, да, Амбаркаря, вот здесь опять задущий вами демораж. Ну а как тебе может? А? Хорошо. Стас, пацан. Геннадий Георгиевич, да. Да. Вот видите, получается, тут же я сказал, что мы это проверяли где-то год полтора назад, 70 машин. Многие удивились. Здесь просто каждый смотрит в своей колокольни. Реально получается, видите, как картина, уже больше сотни машин набирается. А если мы возьмем все шкельные фабрики, они тоже переводят в пригороды. Мы возьмем Дарк Сеймай, а там такие машины. Так а в чем проблема, если сделать его один? И да, понимаете, там, у нас уже получается в городе. И они будут объезжать, как и мы по 31 августа. У нас получается, что в городе, сказать, у нас получается, что в городе на 6 часов уже пробки. На 6 часов. Да, есть только. Не то что. Уже начинают первые больницы практически до центра, до стадиона. Сплошные пробки. Колонны сплошные. Это же не говоря про экологию. Послушайте, я понимаю, но я говорю про другое. Что под названием такси ездят со всех районов через даже Штефан Челмари. Да, Вопрос сегодня, еще раз, послушайте, давайте мы все равно будем, я буду ждать заключения экспертов, я разберусь с этой ситуацией. Сегодня мы записали в Гладян два населенных пункта, да? А? В Полежте мы записали, значит, Рауцел. Вырлица, Маранден, Хелевудс. А ты моему 44 Бризе. Все. Какой? Бризе. Полежте. Полежте не возьмем. Строго Полежте. Город Полежте не пишем здесь. Не, ну Полежте с этой стороны можно. Полежте, так вот, схватит, я не лечит у моей собака. Машинили есть стационар, эти лопанки, до кого трапа в автогар, два автогари. Вон же, автобус один фалер, советский неделя, смерть, Штефан Челмар, 31 августа. Да, фикса, что поделиться. Ну, например, не дать централ, не имени, что дали день транспортатуре, как курить, регулять, но прийти за централ. У меня еще одно добавление. Да. Вообще-то все тарифы, которые Анда составляла маршруты движения, это она согласовывалась, естественно, по километражу. Значит, эти тарифы, которые идут по объездной, как положено ездить по закону, они согласованы по объездной, то есть больше километраж. Сейчас они уменьшают километраж, но деньги будут брать. Плюс, я вам хочу добавить одно. Ни один человек здесь подтвердит, и полиция подтвердит, что эти, которые заезжали со стороны Фалея, со стороны Гладя, они устраивали, как говорят, незаконность такого, что Константина Ильяна собирается народ. Вокзал из-за этого недополучает кучу денег. То есть они обязаны платить 10%. Как мы платим налоговые такси 10% и местный город, они должны платить. Если он взял по дороге пассажира, который идет через город, а эти вокзалы будут опять,
то вокзал опять не будет отчитываться. Это получается, что им, они хотят реконструировать вокзал. А с каких они будут, если им деньги поступать не будут? Понимаете? И с той стороны машины, правильно Валентин говорит, там до 100 единиц идет, там идет Унге, там идет Товараж, там идет Фомешка. Там, я понимаю, ближайшие села, да, многие работают в городе. Многие работают. Большинство. Но и специально прошлое совещание сделали как? Комиссия по безопасности пошла навстречу. Не поставила у въезда в город знак, она поставила его за Реднор, чтобы люди могли выйти в троллейбус и доехать до центра. А они спокойненько себе пошли на Безную, оттуда взяли пассажиров, заплатили 10% вокзала и проехали дальше. Может быть, я не прав, но я вижу так. Да, но вопрос в другом, понимаете? Если сегодня одни под названием такси ездят с тех же Фалешт, даже через Штефан Чалмари, а другим нельзя ездить даже через 31 августа. И то, что он завозит тех 6-7 человек, он развернулся, уехал, она маленькая, Коротыш. Не длинная, допустим, Сетра, там на 50 мест. Это Коротыш на 9 мест. Он такая, как легковая, как моя машина стоит. И плюс они платят местный сбор. И мы платим местный сбор. Иван Андреевич подтвердил, что регулярно платим местный сбор. И перечисляем наперед. И налоги наперед. Потому что ну, такая специфика, надо налогообложение. Да. Когда ты просто говоришь, машина летит в такси, ты приедешь на билет, на автобус. Платишь, конечно. Зачем мне конвейчик? А вот за это есть... За это есть. Подожди. Значит, давайте. Да. А? А что? Бун, а то еще раз два роти совети. Первому винит он господарь к фамилии Кептя, до пока рибосешти жимади цараш. Да, во филичит шпидум, у вас шпидум на Кептя. Я бы Кептю посадил только за то, как он это забрал, понимаете, Дика, если уже говорить. Тогда были одни маршруты, не было других. Сегодня есть участники, и то, что это кто-то когда-то приватизировал, это не дает права, чтобы эти исторические рейсы ездили всю жизнь, понимаете? То есть, ну, ясно, воспомним куда-то. Минума интересязы. А де каком нам интерес? Минима интересязы. Синюшкум, все пусть мануться. Да, здесь прясто, а здесь кутем, когда сам алтфункции. А с пимини, к ялу кептя, к ялу свинту дух. У амини чиркулы. Я врал, как чиркули, что у амини дин сатили дин апропьери. Дарвин начал аж тем снув, а чем ниш бардак и мурар. Де аста, темпорар, ва эксплик. Пына сам ее дела группа компанилор. О презентаре Клары, лакаря звонвец, пед у меня вас, что дискутем. Астас, сателі кари офос нумите, инклюзив ораш флешт, пе рутили кари спуни с думнявастра, мерк факла дряпта 31 август, мерк спригары ауто, да фер, значит, можно определить один единственный пункт высадки, который вы выбираете себе по улице 31 августа. А? Да, уну, ну, три. Что, ну, пентру баркари, где мы? Пентру, где баркари? А? Да, конвини Денсат. А? Что пентру баркари, то тресфи уну, репет. А где как уому каривини ден рауцел, ден пырлица, савал цать карафос, ну, мити, ел с принештик тресы дука, луи требал Олег Урусош, ел мкачанику межи жума диварашка, сажун галагарауту. Диаста, уамени треса бы унлок унисы язы, шо унисы урси. Да ну, кыти вакун спуни с думневастр. Договорились? Да, ресту Йос Макларифик. Шку такси уши мой департи, да не сда, то тема диакаса. Ну, пикарь кярасу студиес. Ну, пасвешащего. Можно в этот список уже Гладяна включить? Потому что Гладяна и Гривенцы ситуация такая, что люди едут только с таксистами, которые стоят 100 метров от вокзала. Да. И каждый... Значит, так как направление тоже включаем, значит, включаем и Гладяна. Как-то составить конкуренцию, потому что там все
А при чем тут Корлатени Пелене к 31 августа? Нет, где... А, Корлатени Пелене, это надо в городе, ближайшее... Это уже должна высказаться полиция. Мое мнение, что должна быть первая остановка общественного транспорта. Ну, где-то Куамни, ну, Марксараще, Делокруг, Пизёскам, Бурлакила, Волги, Полноприма, Полноприма, Уприри. То есть надо что-то... Выскажитесь, вы согласуйте с полицией. Я поддержу любую идею. Эти два села... Де юра, они села другого района, де-факто это часть муниципия Белс, понимаете? Район Литой, там остановка рядом. А? Район Литой, остановка рядом, общественный транспорт. Район... Там сейчас остановится, так и стоит. Правильно, ребят, это уже вы выходите с предложением. Вы для чего? Дадим то есть... слово, а? Дадим слово полиции. Да, конечно, я полиция вообще молчит первый раз странно. Ребят, пожалуйста, тихо. Да. Dacă se deschide pe, din direcția Pălești, urmează
журидик, где модификат диспозиции автомобили, должно податься на этом, что страда Николая Георгия, как на момент, тут есть сигнализат, что практика за заберется в шинов, интеграция на мочи. Да. Ну, тема с реабилитационным транспортом Карвини, без шинов. Bun, în cudat ca să înțeleg eu, să văd dacă v-am înțeles corect. Deci dumneavoastră spuneți că cei ținii de raionul Fulești e plus, a? E direcția Fulești. Da, dar Glodeni dumneavoastră să ținii Șerscanul tot să meargă spre gara altă. Bun. Eu sunt de acord cu dumneavoastră, dar am menționat că Corlăteniu azi e Râșcani. Înțelegeți? Corlăteniu e Râșcani, pe linie e Drochea. Dar este, nu este o logică ca oamenii din Corlăteni să meargă, adică merge vorba de câțiva kilometri, înțelegeți? Și oamenii să-i trimitem la gara auto. Oamenii ăștia, tăți, majoritatea, 80% lucrează în Vață, în Bălță, înțelegeți? Nu vorbim de raionul Râșcani. Eu sunt de acord cu dumneavoastră să-i lăsăm. Deci merge vorba de câteva sate. Și tot așa înseamnă că trebuie de făcut și cu Glodeniu până găsim o soluție, să vedem cu și cu oricum cu participarea dumneavoastră a să lucreze și experții la elaborarea proiectului ăsta și ține de modernizarea la tăte grafșele astea, parcările, semafoarele, doar o să vedeți și dumneavoastră și cumva să participați. Dar satele de alături nu trebuie să le lăsăm. Da. Bun, stabiliți, vă rog, oprire, cu saitele am vorbit din raionul Glodeni și raionul Râșcani. Da. Cu Fălești, partea și direcția e clar, cam în linii mari e ok, da? Da. Pe urmă înseamnă că mă țineți la curent. Dumneavoastră, de-am, dacă voi am contactați doar tăți între voi, așa? Adică mă țineți la curent, dacă apare vreo problemă, scrieți-mi pe Facebook, Adnăclasici, nu contează că eu selecționez. Всю информацию мне по такси, значит, предоставьте, отработайте остановку. Мы должны решить то, что касается нас. То, что касается центральных властей, я имею в виду эту остановку для выгрузки и погрузки, чтобы... Бон, астас, дентрачи, корсен, пилок, есть Эдуард Думнялу. Йончти, туач, плынзер, левас, придет сама сам та Доминик. Шла прокуратура, шла милиция, шила астая. Ну, ма завещание Луке, аптя еще оно, дентат. Щанчти, таич. Дяса, ворбинску Думнялой, а весь диалог у мини, энскрес. Да, это окей, ку мне манцелеса, шо. У аппарата проблемы, я дака ну распун на телефон, ну сам к ну врел дискут, я физик, ну под димут, я сам пермит, кашку. Ca și ultimele două ore, înscrieți un mesaj pe WhatsApp, eu te voi citești și reacționez. Da, mulțumesc. Bine, și oricum ați facem o ședință mare cu transportatorii, ați trebuiască. Noi vom discuta cu poliția, vom discuta cu experții. La noi multe trebuie schimbate.
А же колхоз кумофосты цанешь, а нас ебут. Парир дерев, ну, приявленную парги тут. Кто дат с фачем регулы, кумар требуй, бен? Йова Мулцмеск. Так. Все, тогда вы решайте, поэтому держите.